Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и вы на канале Крипта и Пива. Сегодняшний подкаст посвящается большому обширному интервью с создателем и идейным вдохновителем игрушки, выпущенной на блокчейне VAX, Metal War Game. Интервью длинное, рекомендую его смотреть с ускорением 1.25, для того, чтобы ничего не пропустить. Также специально для вас я приготовил тайм-коды, для того, чтобы вы могли комфортно перебираться по всему подкасту и затрагивать конкретно интересующие вас темы. Это все я сделал для вашего удобства, поэтому обязательно досмотрите до конца. И также благодаря ребятам из Metal War Game я хочу разыграть 25 NFT, 25 наборов металла из игрушки Metal War Game, которые вы сможете использовать в рамках уже релиза игры, который назначен на конец апреля. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно оставить любой комментарий к этому видео, подписаться на мой телеграм-канал Крипта и Пиво, а также подписаться на чат ребят Metal War Game. Все ссылки и все условия конкурса я оставлю в описании. На этом прощаюсь с вами, приятного просмотра. Пока, друзья. Привет, Артем. Сегодня в гостях у меня Артем, известный под ником Troubleshooter. Артем оказался моим соотечественником из города Днепра. Рад познакомиться. Взаимно, Андрей. Да, попрошу тебя представиться, рассказать немножко о бэкграунде, там, кто откуда, естественно, в степени твоей приватности, не рассказывай какие-то супер тайные вещи. И, я думаю, да. Я думаю, никому особо не интересны там мои прямо реальные имена, стаж работы и так далее. Чем занимался, могу рассказать вкратце. То есть... Ну, с 2016 года приблизительно занимаюсь, интересуюсь блокчейном, да, и в 2017-2018 году участвовал в разработке децентрализованной биржи, не могу говорить название, занимался онлайн-обменники, мы разрабатывали там с товарищем, потом... Значит, крипту мы свою не делали никогда, не было такой цели. Игры, 3D-проекты делали с Иваном, который дизайнер у нас на Metal War. И вот в декабре прошлого года появилась идея, то есть мы посмотрели на вышедшие на рынок блокчейн-игры, немножко расстроились по поводу тех игр, которые угасают, там, которые вышли пару лет назад, там, такие как Prospectors, там, да, мы в них играли, они нам нравились, но экономика как бы уже не бесконечная в этих играх, и захотелось чего-то свежего, а свежего просто нет. И появилась уже идея, как бы нужно создать то, о чем мы всегда мечтаем, мы все ждали, что кто-то это создаст. Ждать всегда как бы проще, создавать что-то самому лень, но когда у тебя там 2 года ожидания и результата ноль, то начинаешь уже думать, жизнь проходит мимо, нужно начинать делать, Нужно брать в свои руки, все правильно. Да, мы решили, никто не сделает, если мы не сделаем, нужно брать и делать самим. И мы решили сделать все-таки игру мечты. Идея была у меня такая, что из прошлых лет, да, там из подросткового возраста, я помню реалити-шоу, там вот эти «За стеклом», как-то там, или «Последний герой», и мне показалось, будет прикольная идея создать в Telegram-чат и вживую общаться с людьми там на протяжении всего процесса разработки игры. Мы с первого дня там советуемся с нашими будущими игроками, да, там объясняем какие-то механики, рассказываем, думаем над этими механиками, что-то меняем, что-то отбрасываем, какие-то идеи предлагают, и они нам очень нравятся, мы думаем, как их внедрить в нашу вселенную, в нашу экономику, которую мы запланировали. Можно сказать, у вас игрушка такая, создаваемая комьюнити в том числе, без мнения комьюнити. Да, в этом была идея, да, чтобы...
в меру возможностей, да, то есть комьюнити, конечно, не имеет там каких-то технических знаний, там, блокчейна, то есть что можно реализовать, что нельзя, каких-то экономических там знаний, как это все сбалансировать. Поэтому, конечно, там комьюнити может участвовать, но просто это как анархия, это не может работать. Поэтому окончательное решение мы сами принимаем, конечно, что внедрять, что не внедрять, но мы прислушиваемся, очень много идей, которые там были озвучены, мы пробуем применять у себя. Ты сказал «игрушка мечты». Собственно, что была за мечта и, возможно, какие игры вы использовали, ну и от чего вы отталкивались? От чего отталкивались, да. Да. Ну, это не секрет, да, тоже мы неоднократно в чате озвучивали, что первая моя была идея, как это объяснить людям, что это будет, коротко и лаконично. Это, я всем говорил, мы делаем игру «Дюна», в 90-х годов, да, это 94-го, кажется, или 96-го года игра, ее Westwood делали, компания Westwood. Они уже давно закрылись, там их там выкупил кто-то, я не помню уж. Это просто игра, в которую я играл там школьником, там в 7-м классе, я помню, там в конце учебного года там нужно было идти что-то отрабатывать в школе, какие-то делать, там, красить парты, там, что-то такое. А я по случайности наступил двумя ногами на один и тот же гвоздь, пробил насквозь две ноги, две ступни и сидел на больничном дома две недели и рубился в эту дюну, там, перепрошел ее 5 раз там, за эти 2 недели. До этого я играл там, в «Цивилизацию» от Сида Мейера тоже там. Ну, то есть твои игры, вот твоего мира, те, на которые ты отталкиваешься, стратегии, РТС, да, и... Да, стратегии РТС, там, либо пошаговые, либо РТС. Начиналось все с пошаговых. Да, там, я на самом деле большой фанат героев, вот там. А я героев не играл, это очень странно, я не играл, я почему-то их не застал. Видимо, у меня был такой возраст, когда там нужно было решать, а кем ты будешь, а куда там будешь поступать, родители наседали, давай, выбирай там себе профессию, куда ты поступать будешь, там ты ж должен выбрать там себе направление, там математическое или гуманитарное, куда ты пойдешь. Расскажи, Артем, пожалуйста, сколько человек трудится над проектом и в целом, как вы финансируете проект на сегодняшний момент? Начали игру как проект мечты, да, пэт-проект, и мы вообще не рассчитывали ни на какое финансирование, а там просто будем делать, там, как делаем, с какой скоростью получится, сами, там, своими силами. Если найдем кого-то в команду энтузиаста, пожалуйста, там, примем, да. Но в один момент один товарищ мой, там, из пространства криптогейминга, да, сказал, а почему вы не хотите продать, там, предпродажу какую-то устроить паков, ну, люди же там у вас сидят там в чате, ждут игру, хотят, зачем вы ждете там чего-то, пока полностью все запилите, всю игру, а потом вы будете там какие-то продажи устраивать, если вы можете сейчас там это, собрать какие-то деньги, да, за счет предпродажи и нанять там в помощь кого-то себе. Ну, мы прислушались, в принципе, к совету, подумали, ну, да, давайте попробуем, как бы, соберем, не соберем, нам и не надо, в принципе. Мы и без этого проживем спокойно. У нас команда, чтобы ты понимал, работаю я, работает дизайнер Иван, и работает один Unity-разработчик, которого мы наняли уже после предпродажи. Это вот буквально 8 марта у нас первые какие-то карточки вышли. Мы их тоже больше для... показать себя. Для маркетинга, да? Можно так, да, сказать. Для маркетинга выпускали, а не для сбора там какой-то суммы. Но на удивление люди откликнулись хорошо, и там получилось, в принципе, неплохо. Там бюджета хватит там на полгода нанять какого-то разраба в помощь, да? То есть это нам небольшой такой бонус. Поэтому сейчас у нас получается 3 человека, ну, это не считая модераторов в чате. Таких постоянных на фулл-тайме нас трудится вот 3, можно сказать. Ну, со Sky 4, да, Sky тоже, в принципе, почти фулл-тайм. Конкретно ты занимаешься написанием кода, связанным с блокчейном, то есть это смарт-контракт? В самом начале я занимался кодом смарт-контракта.
плюс кодом Unity, потому что, ну, некому больше. Но теперь мы нашли разраба на Unity. Есть у нас еще непостоянный, еще один разраб Unity, который из Швеции, там нам посоветовали по знакомствам, то есть я попросил помощи у своих знакомых, кого, у кого мог посоветовать кого-то опытного Unity разраба, и нам дали контакт. Человек работает в Швеции, в GameDev компании. Он консультировал, да, там в каких-то да, моментах? Да, он нас консультировал. Мы взяли с самого начала на старте его как консультанта. Как только мы провели там предпродажу первую 8 марта, я сразу зашевелился активнее, думаю, так, это уже более серьезный подход, тут уже нельзя там облажаться, это уже не просто предпроект, нужно как-то больше уверенности в том, что мы все сделаем правильно, хорошо и с первого раза. Я уже знаю по опыту, что лучше раз обратиться к какому-то синьору, да, там, или архитекту, чем просто там 10 раз подряд джуны тебе будут что-то писать. Поэтому мы обратились, он нам все расписал, проконсультировал, мы обговорили всю механику, экономику. Оплатили, оплатили. Оплатили, да. А в чем оплачивали? Пришлось оплачивать картой. Серьезно? Он не знаком с криптой. Он не наш. Он сказал, а я не знаю, как криптой пользоваться, пожалуйста, мне не надо, я не знаю, как создать кошелек. Хорошо, Артем, принял. Поехали дальше. Расскажи, тогда перейдем больше детально к игре, потому что уже прошел там первый определенный мини-пресейл, уже там были собраны какие-то средства, то есть взята на себя ответственность, естественно, и так дальше. Можешь поделиться вот подробнее про экономическую модель игры? Это все-таки игра или это инвест-игра? Потому что на блокчейне мы все прекрасно понимаем, что большинство игр рассматриваются игроками, к сожалению, и для меня в том числе, как для разработчика игры, как инвестиционные штуки, да, какие-то определенные. И сколько бы ты ни объяснял, что игра есть игра, да, ты можешь играть в танки и просто заливать туда бабло, а можешь играть в танки на блокчейне, заливать туда бабло, но это бабло будет зафиксировано как NFT, и ты это NFT сможешь потом кому-то другому перепродать и сохранить свои деньги таким образом, но люди все равно расценивают это как какой-то своего рода майнинг, да, так, с легкими, я бы сказал, детскими вложениями. Поэтому вот расскажи про вашу идею, про вашу экономическую модель и все-таки как вы, какую сторону вы занимаете, игры или все-таки инвест-игры? Мы все-таки не хотели бы, конечно, как все игры и все разработчики игр, чтобы воспринимали там как инвест-игру, да, или как какой-то инвест-проект, потому что, ну, как минимум, с юридической точки зрения, мы этого не оформляли, да, как инвест-проект, поэтому если нас просто кто-то будет оценивать там как инвест-проект, и мы где-то об этом будем говорить, что мы инвест-проект, то как минимум мы попадем нормально тогда. Мы в любом случае игра, но мы тоже понимаем эту специфику, как бы, что на блокчейне люди привыкли относиться к игровым каким-то предметам, да, к своим внутриигровым ассетам, как к каким-то инвестициям. Ну, в принципе, так можно и к Steam, так некоторые относятся, да, к игровой площадке Steam. Покупают там эти скины ножей там для CSGO и относятся к этому как к инвестициям, там покупают эти наклейки команд, там коллекционируют их как-то, держат там 2-3 года, потом по каким-то баснословным деньгам их продают, да, по каким-то ценам. То есть, ну, там есть внутренний рынок, я просто не в теме, как бы, абсолютно. Там есть, да, рынок, торговая площадка Steam для сообщества, то есть для комьюнити. И получается, как бы сейчас я вижу, как VAX — это новая версия этого этого комьюнити. Steam Marketplace, есть, да. Да, Steam Marketplace эволюционирует, мне кажется, со временем в VAX Marketplace, или, возможно, VAX, там, если умрет, значит, кто-то займет его место, все равно будет какая-то крипта. Ну, Engine тот же, да, можно вспомнить, потому что Engine, в принципе... NFT-рынок, да, то есть NFT-рынок, мне кажется, будет в сторону игр все-таки двигаться больше, NFT останется. Может быть, будут NFT вот как известных личностей, да, там,
Пэрис Хилтон или еще кто-то там. Там Илон Маск там продает. Да, 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 ну понятно. Свою NFT. Ну, но в целом, именно для применимости это через игры, да, потому что есть огромный рынок игровых предметов вот на Steam-площадке, да, там есть своя marketplace. И этот marketplace по факту сейчас разбежался такой на две части. Часть осталась там, а часть утекла в NFT, в блокчейн-гейминг сюда. И мне кажется, в будущем просто это как более прогрессивная, более современная экономика, да, там блокчейна и NFT, она на себя перетянет там большую долю этого рынка. Это все-таки игра. Единственное, что сейчас мы, получается, за счет того, что мы пресейл все-таки дали, да, людям, да, как-то купить, мы это рассматриваем как на Kickstarter, допустим, выход на Kickstarter. То есть нам дают какие-то деньги взамен на игровые какие-то фишки, игровые ассеты, внутриигровые ассеты, то есть заранее покупают. То есть просто нам на доверии, они могли бы это купить потом, когда игра выйдет, да, то есть не обязательно было. Ну, люди хотят поддержать проект, и вот оно работает как Kickstarter по факту. Mm-hmm. В принципе, мы как люди, которые из блокчейна, да, мы понимаем, что те, кто нас поддержал, они ожидают взамен ну, каких-то преимуществ, ну, каких-то преимуществ, которые они за это получат. То есть какой-то обоюдный фидбэк, да, то есть с нашей стороны тоже какие-то должны быть бонусы или там плюшки какие-то, да, там, какие-нибудь медальки. Мы поэтому вот сделали вот эти вот первые три карты, которые там карта Пионер, мы ее назвали, она вообще там стоит там, меньше доллара. Ну, она стоила меньше доллара, пока ВАКС был по курсу меньше. Но в момент, когда мы выпустили, там буквально день-два и вырос курс, и получилось, они там доллара полтора стоили на момент продажи. По 10 ВАКСов они стоили у нас. Их, кстати, не все раскупили, там вообще мало, там что-то 150 штук из 1000, которые мы предполагали. Ну, мы просчитали, какое примерно в блокчейн-играх размер аудитории, ну, то есть такую, которую мы прям легко привлечем, которые точно о нас узнают, где-то слышали. И нам хотелось, чтобы у каждого, кто сейчас там еще до релиза услышал о нас, была возможность купить себе эту медальку, значок. Еще раз, как эта карта называется? Карта Пионер. Карта Пионер. Что она дает? Да. Что ничего. Она просто она вот ничего как, не... бы, как медаль. Она задумывалась как медаль, да. Ачивка. Как медаль первопроходца. Ачивка того, что ты уделял внимание игре, ты знал о ней до выхода, до релиза. То есть ты такой крутой чувак. Ты... Я думаю, что не проблема в будущем просто прикрепить потом владельцам этой карты какие-то начали, привилегии. Да, люди начали спрашивать, какие привилегии могут дать. Мы, в принципе, подумали и приняли решение, да, что... В принципе, это карта Пионера, хоть она там и стоит там совсем символические деньги, да. Мы просто хотели бы ее раздать как ачивки, но мы не хотим, чтобы они попали ботам, а мы хотим, чтобы да. реальным людям да. это все досталось. Там ограниченный очень тираж, 1000 штук, и больше их ну, невозможно. Это уже на блокчейне прописано, что mm-hmm. То есть я уже не могу 1001 никак создать. Mm-hmm. То есть доп. Тираж это. Там сама схема, сам темплей, да, он... Да-да-да, я прекрасно понимаю, о чем ты, я вот. Примерно этим же занимаюсь. Примерно то же самое есть ограничение с остальными картами, там они еще более лимитированы, то есть зеленые, мы назвали ее ранний майнер, ну, то есть это она дает преимущество майнерам, кто выбрал профессию майнинга, да, и третий тип — это ранний полководец, ну, там, командор, да, по Commander по-английски получается. И вот этот ранний полководец — это бонус для тех, у кого будет много военных юнитов. То есть тот, кто будет промышлять войной, тот, кто будет охранять майнеров, либо там атаковать чужих, там, либо разбоем заниматься, либо там от разбойников защищать. Да? То есть у нас идея в том, что мы хотим сделать такую гибкую игру. Грубо говоря, мы не делаем игру какую-то коридорную, там, по конкретному сюжету она будет идти, да, мы хотим сделать максимально открытый мир, то есть мы сделали солдатиков, а вы этими солдатиками как хотите играйте, вот как в детстве, чтобы игрок мог проявить фантазию свою.
Он хочет быть разбойником, он будет нападать там на юнитов других игроков. В общем, будут хорошие ребята, будут плохие ребята. Хорошие ребята будут защищать майнеров. Я идею, в принципе, взял, как подсмотрел, да, или там, как более правильно сказать. А есть наследовал, игра... унаследовал. Унаследовал, да. Есть игра Archeage. Она, ее, по-моему, Mail.ru там адаптировала на русскую аудиторию. А вообще она корейская, там... корейский создатель там открытого мира Archeage, там тоже там много персонажей, то есть она как вот World of Warcraft, то есть 3D-шная, там бегаешь что-то в какие-то рейды, каких-то монстров убиваешь, друг друга в PvP убиваешь, и у них там есть карта поделена на зоны, и есть PvP-зоны, где могут разные расы друг с другом контактировать, там воевать. И вот идея была такая, что ну, я об этой игре читал, я, кстати, в нее очень мало играл, там 8 часов, наверное, всего наиграл. Mm-hmm. Не было времени. Ну, просто не было времени долго в нее играть. Всегда хотелось тоже подольше в нее поиграть. Идея интересная, открытого мира, когда игроку предоставляется очень много разных возможностей. Mm-hmm. И там, mm-hmm. оттуда я взял эту идею, да, что там есть профессия. То есть там есть профессии, там паковозы какие-то, да, то есть там как-то ресурсы определенные нужно было сначала вырастить, там, или там животными какими-то заниматься, то есть фермерством каким-то процесс, заниматься. Процесс, да, фарминг. Да, кто-то занимается фармингом, именно там таким мирным, знаешь, там выращивает тыквы на плантации, там какие-то картофель, доит коров, там снимает кожу, там какие-то шкуры продает, или там кожаные сумки какие-то крафтит там из них. То есть там крафт, фермерство, и при этом есть война и ПВП. И там, получается, ты должен по событию привести в определенный город, в определенную точку эти ресурсы. То есть так, там, допустим, объявляется там ивент, скупка там кожи, да, и ты должен эту кожу привести в паках, то есть паки эти создать, привести их на каком-то там тракторе, я не помню, я как бы не дошел до того момента, когда там появляется этот трактор, ну то есть какая-то тележка, и ты на этой тележке везешь в 3D-мире эти ресурсы, и тебя по пути могут просто налет на тебя какой-то организовать, рейд, да, и там тебя по пути ограбить, там убить, забрать твои ресурсы себе. И вот отсюда я взял эту логику, ну так как у нас команда вообще как бы очень такая инди-разработчики, я бы даже сказал, да, небольшая у нас команда. Mm-hmm. Мы не можем пока с самого начала взяться, реализовывать там 3D-мир. Ну, там, понятно, 3D, надо все степ-бай-степ. Поэтому мы решили сделать геймплей такой же интересный, такой же открытый, но на более упрощенном движке графическом. То есть это будет там 2D-вид сверху, там, тем более в блокчейн ты не можешь часто записывать, да, то есть как, какие-то реал-тайм вещи. Поэтому все-таки хочется на таймерах, чтобы это там было с какой-то небольшой задержкой, чтобы у человека была возможность там подписать транзакцию, там, она может mm-hmm. подписываться mm-hmm. там секунду-две, там, пинг до сервера, пока ты эту транзакцию подпишешь, чтобы не было, допустим, каких-то проблем из-за низкого пинга или там из-за того, что у тебя там не сильно скоростной интернет, или у тебя там транзакция долго подписывалась, там скатер, там... Ясно, ясно. Это все понятно. Так, Артем, следующий вопрос, вот к чему хотелось бы перейти, он будет частично связан с прошлым вопросом, да, потому что мы все-таки обсуждаем, да. Игра инвест или не инвест, мы сошлись на том, что это просто игра, но с определенными плюшками для ранних игроков, которые так или иначе поддерживали и поддерживают вас на этапе вашего старта. Вот, вы сделали пресейл паков, и расскажи, пожалуйста, что конкретно в этих паках, что за карты, когда будем вскрывать, что внутри, и будут ли эти карты точно так же помогать игрокам, вот именно этим ранним игрокам, давать им какие-то плюшки, бонусы и так далее. Потому что, как я уже сказал, и как ты это тоже понимаешь, много кто все равно будет расценивать игру как своего рода микроинвестицию, да, и им будет интересно понять, что же я получу вот в стартер-паке за $25, в мега-паке за $75 и в хамстер-паке за $200. Расскажи про эти вещи и когда будет вскрытие. Смотри, так, по порядочку. Значит, есть три... Ну, мы придумали три вида, да, паков. То есть, да. Стартер-пак у нас это самый минимальный, обычный. Он имеет одного юнита. Ну, то есть, это одна попытка, да,
получить юнита гарантированно. Ну, то есть гарантируется один юнит, но какой, это уже рандом. Этот рандом можно посмотреть на VAX Atomic Hub. Я зайду, наверное, сейчас на VAX. Да, конечно. VAX Atomic Hub. То есть эти все вещи уже записаны в контракт для, собственно... Да, это уже на VAX, это уже существует NFT-шка, да. Вероятности в разработке, кстати, вероятности не, еще не прописаны. А, окей, то есть сама NFT-шка, понятно, она деплоится там... Да, NFT-шка уже есть, в ней уже прописано на картинке эти шансы, то есть мы уже эти шансы утвердили, то есть теперь они должны быть программно описаны точно так, как мы указали, иначе это будет, ну, не совпадение, это будет тогда, получится, что мы обманули, а мы обманывать не намерены. Так, Metal, сейчас я найду. Видишь, у стартер-пака есть вторая картинка, ну вот люди делают там первая картинка основная, вторая обложка. Мы сделали, да. Ну мы не заморачивались над обложкой, мы решили опустить этот момент, зачем он нам? У нас и так прикольно выглядит сам арт. Обложка нам не нужна, мы решили воспользоваться этим пространством для описания шанса. То есть вот у нас получается в паке за 25 мы предлагаем 20% шанс получить хамстер, 40%. Волк, да, 20 муравей, это танк-огнемет, скунс, 10%, ракетный танк, енот, да, 5%, и элефантер, это типа слон, тоже 5%. Могу немного рассказать. Ну, смотри, это можно сказать так, типа, условно говоря, элефантер и ракун, это будет у нас такой, типа, legendary, да, формат, а самый такой common — это вульф. То есть, ну, типа, если брать классику, там, Magic the Gathering, условных вероятность. Окей. Давай в двух словах по юнитам пройдись, пожалуйста. Могу по ним пройтись, да, просто рассказать. А есть картинки чего. Уже, может быть, с картинками? Есть, да, картинки, они же в инвентаре лежат, номер один. Давайте отложим это чуть-чуть на попозже, давайте сначала по пакам все-таки закончим. Да? То есть вот эти вот проценты можно посмотреть здесь, это шанс, какой юнит тебе попадется. То есть гарантированно какой-то один, ну то есть один юнит выпадет. То есть получается в половине случаев это будет, скорее всего, волк, но в принципе неплохой шанс получить и там хамстер, либо муравей, либо даже там элефантер. Ну, элефантер, получается, это 1 к 20 примерно, да, шанс. Один из 20 паков, да? Так. Такие же шансы, точно такие. Мегапак, я могу на него быстро, да, перейти. У него точно такие характеристики, видишь. Да. Отличается мегапак от стартер-пака, вот который 25 и 75, да, у них цены. Да. Мегапак стоит 75, но он дает 4 юнита. То есть на один юнит выгоднее. Да, один халявный юнит. Ну, типа, 4 юнита по цене 3 получается. Ну, потому что там один юнит за 25, а здесь у тебя 4 юнита за 75. То есть это просто, грубо говоря, оптовый какой-то пак, да, для тех, кто планирует вливаться в игру прям нормально так. Хорошо, самый дорогой. Не с одного, да. Самый дорогой, он... Почему он самый дорогой? От него сильно зависит экономика игры. Он заточен на майнеров. То есть у нас всего один юнит. Это получается как в Дюне, да, там, или там Command Conquer. У тебя есть добывающий комбайн, который тебя снабжает всю твою армию ресурсами. Если у тебя комбайн убьют, ну, в реал-тайм стратегии, допустим, да, по аналогии. А если у тебя нет комбайна, все, твоей армии как бы рано или поздно придет конец, потому что армия убивается, а новую строить ты не можешь, потому что у тебя нет ресурсов. То есть без ресурсов у тебя, то есть все, нет экономической составляющей твоей стратегии, да, то есть твоя армия осталась без снабжения, соответственно, ты проиграл. Поэтому так же самое здесь. Хамстер-пак получается, так, сейчас, не туда. Ага, 80% вот. Вероятность. У него 80% хамстера. Вероятность хамстера, да. И очень маленький 4 юнита. 4 и 4 юнита, как в мегапаке, получается, так же, как в мегапаке, но очень высокий шанс на хамстера. Это чисто заточенный под профессию майнеров. То есть кто-то хочет мирно майнить, и у него есть друзья, которые будут его защищать там своими военными. Они хотят воевать, они там такие
любят экшен. Матерые ребята. Матерые, да, они хотят воевать, они покупают себе там мегапаки и будут его прикрывать. И люди играют командой, допустим, да. Ну, то есть там объединяются как-то в какие-то кланы, там, мини-команды, то есть помогают, прикрывают там друг друга. Понял, это понял. Все сделано для взаимодействия, то есть для большего социальной социализации. Да. Давай перейдем людей. По юнитам, покажешь, расскажешь. Теперь давайте, да, по юнитам. Вот у нас получается 6 юнитов всего. Да. Разновидностей, да, и мы в инвентаре можем прям каждого сейчас посмотреть. Вот их 6 штук. Значит, начну с хамстер, да, потому что, ну, он единственный не боевой. Он, кстати, тут так удачно вот сам отсортировался вниз. То есть хамстер, кстати, тут тоже это все видно, их характеристики, можно вот здесь смотреть. Ну, то есть пока непонятно, что это значит, да, но характеристики на атомике уже все есть. То есть у него атака 0, у него тип майнер, а у всех остальных тип батл. Это значит, что они могут как бы, ну, военные, mm-hmm. да, они могут mm-hmm. вести какую-то mm-hmm. военную там деятельность. А майнер, он, значит, может майнить, все остальные не могут майнить. Ясно. Вот у него атака 0 там, есть у него, в принципе, бронированность какая-то, какое-то здоровье, запас здоровья определенный, скорость определенная и вот это у нас вместимость, грузоподъемность. Она у него большая, она так. У него, потому что он майнер, он должен металла себе нагрузить полный кузов. Так, следующий. Вот эта штука, кстати, это этот параметр. Это бронебойность патронов, она нужна только для боевых, поэтому как бы... Ну, здесь, в принципе, схема одна у юнита, поэтому вот. Есть еще вот отравление и радиус действия, ну, выстрела, его, то есть тоже для военных, поэтому здесь все по нолям. Хамстер, получается, это у нас хомяк, по аналогии, он за щеки все наберет. Да, он за щеки набирает себе корма, да, и тащит в норку, поэтому хамстером назвали... добывающий комбайн. А вот эти вот так цифры вот. Там, которые здесь, там, они дублируют, да, 0.7 это 7 армора, да. 30 скорости это 0.30, да, да, да. 8.00 здоровья это 800 угу, запас здоровья, угу, а вот угу. эта грузоподъемность, видишь, гирька 100 угу. получается. Самый такой примитивненький это волк, это такой типа скутер с пулеметом, я его называю. А, его здесь не видно, у нас еще есть, где он вращается по кругу, то есть прям видно, как он сзади там он выглядит. Значит, у него получается там атака 9, бронь 4, да, там скорость 8, но он зато очень быстрый. То есть это тоже как из Дюны позаимствовано, то есть слабый танк, да, но он быстрый. То есть там трайк mm-hmm. какой-нибудь, там квад, то есть квадрик какой-нибудь военный. То есть он быстрый и маневренный, быстро можно уехать, убежать, там... От какого-то мощного танка ты, в принципе, убежать можешь и не вступать в бой, потому что он не угонится за тобой. У тебя скорость 80, а мы сейчас посмотрим, да. Ну, то есть эти параметры я не буду озвучивать, потому что... Ну... Да, да, ну мы давай так проходим, смотрим. Все здоровье понятно. У него там 250, да, там вот он военный, он не пробивает броню, потому что он мелкокалиберный, это ж просто пулемет. Ну, в смысле мелкокалиберный, он там не ракетами стреляет, да, там вряд ли он броню пробьет какую-то mm-hmm. танковую. Он никого не отравляет, у него ноль, да, и в радиусе один он стреляет, то есть довольно близко нужно подъехать. Так, у нас немножко просто разновидностей. Это у нас самый минимальный набор. Мы, в принципе, планируем увеличивать автопарк, да, там увеличивать какие-то интересные юниты, придумывать еще. Текущее вот количество это просто чтобы минимально заложить все механики игровые, боевые, какие только возможно. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Так. Этот, получается, ближнего боя обычный. Так, кто там? Следующий, наверное, это вот этот у нас. Да, вот этот у нас, получается, муравей. Он чуть-чуть мощнее. Вот у него 400 уже здоровья. И он уже особенный. У него... Он игнорирует бронь. То есть будет в расчете дэмэджа игнорироваться бронь. Вот это вот армор, оно ни на что не будет влиять, если тебя атакует вот этот огнемет. Но ага. у него радиус там ноль. Ну, то есть он вообще вплотную должен подъехать, чтобы тебя огнем... Сжечь. Да, покажи и... полностью, пожалуйста. Его? Да. Вот такой вот красивенький арт. Прикольный. С глазами. Угу. А это у нас муравей, да? Огненный. Тут тоже все дублируется, да? Вот видишь, атака 10.
его бронированность 6, да, скорость 60, он довольно быстрый, маневренный, но подъехать он должен вплотную, то есть, чтобы там зажарить кого-то сильно. Окей. Ну, и он не сильно хрупкий, то есть чуть-чуть мощнее, да, чем топ, но и не очень бронированный. То есть, в принципе, как бы такой быстро приехал, кого-то зажарил, погиб, ну, нанес большой дэмэдж, да, там. А, давай дальше. Дальше у нас идет Скунс. Это уже тут самая уникальная, наверное, механика. Он отравляет. Окей. Okay. Он тоже, кстати, армор пирсинг, да? True, то есть тоже он бронь, игнорирует бронь, на бронь пофиг, атака 10, но он при атаке наносит урона 10, но дополнительно он еще налаживает типа дебаф на 3 твоих следующих действия, ну, то есть на 3 раунда, но у нас как таковых раундов нет, у нас же не пошаговая, но есть действия, которые может юнит предпринимать, то есть там передвижение, либо стрельба. Ну, то есть контратака, если ты атакуешь, тебя атакует Скунс, а ты атакуешь в ответ его, то каждую твою атаку будет считаться как бы, ну, как раунд, и будет наноситься тебе дэмэдж, потому что ты являешься отравленным. Mm-hmm. То есть, а если ты ничего не делаешь, урон наносится только вот этот первый, но дебаф с тебя никуда не девается, он не снимается по времени сам. То есть пока ты не сделаешь 3 следующих действия, ты все равно урон получишь. Mm-hmm. То есть ты можешь просто стоять, не шевелиться бесконечно долго, и тогда ты урон не получишь, но ты же как бы из поля боя не уедешь. Окей, давай поближе Скунса посмотрим. Давай посмотрим. Вот такой он, ядовито-зеленый. Mm-hmm. Окей. Брызгает тут всякими своими ядами, кислотами. Понял, спасибо. Давай дальше. Я вообще его не хотел, кстати, делать сначала. Мне дизайнер заставил. Вот у нас коллаборация так работает, да. Дизайнер придумал, я говорю, я не знаю, как на блокчейне, как я тебе это сделаю, как отравление сделать на блокчейне. Ну, потом я подумал. Получилось. И да, я придумал, как. Так, это енот у нас. Это енот, он тоже уникальный по механике, тем, что у него самый большой радиус здесь. То есть он может прямо издалека так гасить нормально. Все остальные там довольно близко должны подъехать. И атака у него достаточно высокая, я тоже смотрю. Да, атака у него достаточно высокая, он ракетами, получается, стреляет. Поэтому атака большая. Бронебойности, кстати, нету, потому что, ну, он не прицельно же стреляет, он типа как град там. Угу. Да, он сдалека шмальнул, попал, не попал, он, может, вообще не попал, как он там броню пробьет. То есть, непонятно, там осколками какими-то зацепил, но нанес много урона, в принципе, да. Ну, в зависимости, получается, он будет мощных бронированных танков не сильно он может повредить, а всяких хрупких, там, малобронированных, там, типа Волк, Муравей, там, да, он будет довольно-таки хорошо крошить. А, отравлять он никого не отравляет, у него просто обычная, как бы, кинетическая такая угу. боеголовка. Давай, да? покажи нам на весь экран его. Так, вот. Такой мощный. Можно его еще даже вот так. Или так не действует. Видно, да. Он такой весь гламурный, зеркальный, видишь там. Да, такое впечатление, что попал в какое-то там Прадо-кафе в 99-м. Для тех, кто понимает такие вещи. Хорошо, спасибо, давай дальше. Следующий юнит. Так, что-то у меня, по-моему, чуть-чуть сбился масштаб, да? Так, теперь последний, это у нас Элефантер, ну то есть... Самый мощный у него, он самый мощный, потому что у него и атака 14, видишь, как у... Да, как такая у же, как у ракетного. Он быстрее чуть-чуть, он мощнее. Он, кстати, самый медленный, по-моему, 40 у него. Медленнее него только хамстер, потому что его вообще нужно защищать, чтобы он майнил. Вообще как черепаха ездит, то есть на нем далеко не убежишь. Если нечем прикрывать отступление, то как бы просто так на нем ездить в PvP-арене не очень. А он, получается, тоже военный, да, батл. У них, кстати, у всех есть небольшое вместилище, вот это, вместимость 9, да, то есть, но он не может майнить металл, эта вместимость нужна так, на будущее мы ее закладываем, мы еще бы хотели сделать там не бесконечные патроны, то есть надо было бы боеприпасы там брать заранее там себе в эти слоты. То есть какой-то есть запас патронов, да, у тебя на вот эти вот 9 единиц инвентаря. И они, допустим, там, не знаю, там,
10 выстрелов, один слот, да, ну, там максимум 10 патронов в одном слоте, там, допустим, для ракетного танка. 10 раз стрельнул, слот патронов ушел. И, допустим, у него 4 слота, там, значит, он 40 патронов максимум может, через 40 выстрелов ему нужно поехать пополнять боезапас. Ну, чтобы было больше движухи, больше экшена. Но это все на будущее, это даже сразу при первом выходе PvP-арены еще и этого всего не будет. Ну, так, понятно, будущее, работы много. Есть. Давай посмотрим его на весь экран. Это уже больше на второй год, наверное. У него, получается, просто бронь. У него, видишь, у него самая большая бронь. У него прям 7. То есть некоторые юниты, такие как Волк, у них просто атаки тупо не хватит даже какой-либо урон такому танку нанести. То есть им просто кругами ездить, да, там каких-то других танков крошить, а этому он ничего не может сделать. То есть он практически бессмертный для мелкокалиберной какой-то техники. Вот так он выглядит. Похож тоже на енота, да, тоже гламурный, зеркальный такой. Окей. Даже некоторые гусеницы, да, там повторяются. С батареей солнечной, такой как будто бы. Да-да, это он подзаряжается так немножко. Так, окей. По юнитам прошли. Какие-то еще будут элементы выпадать из стартовых пакетов? Я так понимаю, будет выпадать металл, и металл — это один из основных элементов игры, да? Да, давайте теперь... О, кстати, по порядку мы можем про металл поговорить. Смотри, у каждого есть своя... У каждого юнита, мы сейчас рассматривали, есть свой запас здоровья. Да. Запас здоровья в PvE-режиме, который мы можем сейчас продемонстрировать, да, вот здесь. Тут тоже видно, кстати, его вот этот запас здоровья. Тут все дублируется, то, что да, и на атомике. То есть вот этот запас здоровья, он уменьшается, когда тебя атакуют, ну, то есть когда ты получаешь дэмэдж. Но в PvE-режиме же не будет батл-арены изначально. Тут просто, получается, ты либо поехал и добыл ресурсов, да, либо поехал, добыл осколок, если это боевой юнит. Из рейда ты осколок привозишь. И если ты, в общем, тебе не повезло, ты погиб. Если ты погиб, у тебя NFT никуда не сгорает, она остается. У нас здесь сложности рейда нет. Рейды все одинаковые, получается. Это можно на официальном сайте вот здесь посмотреть. Мы это описали. Вот здесь мы описали. Да, вот шанс. Шанс вот для хамстера. Да, это для майнинга. Да, 100 металла за один рейд, получается, ну, за один майнинг рейд он получает 100 металла, у него же вместимость 100. То есть он и в PvP-арене тоже 100 металла может привезти. Но только там он должен его физически поехать, намайнить, привезти, то есть по пути обратно его должны там не убить и так далее. А здесь он просто... имеет статический какой-то шанс погибнуть, либо выжить. 90% шанс на то, что он выживет и привезет 100 металла, и 10% шанс, что он ничего не привезет, потому что он погиб, он вернется поломанным, бедным, несчастным, с 0 хп. И его придется починить. И вот на починку... Вот мы сейчас найдем его, где он тут. Вот он. Да, на починку у него нужно 400 металла. Как это высчитывается? Высчитывается по такой логике. Его запас здоровья, 800, да, умножается на 0,5. Ну, то есть 0,5 металла за каждую единицу здоровья. Так как здесь у нас не PvP, мы здесь не можем частично повредить там, да, свой юнит. То есть он всегда либо полностью погиб, и у него 0 хп, либо у него 0 здоровья, либо 800. То есть он полностью здоров вернулся, либо 10% шанс, что он вернется полностью сломан. То есть с здоровьем 0. И, соответственно, на то, чтобы восстановить все 800 единиц здоровья, нужно 400 металла потратить. И в PvE это будет работать именно так. Все, ну, максимально упрощенно. Соответственно, вот здесь сверху у вас можешь... значок вот этот МТЛ, это металл, который типа на балансе, да? Да-да. Мы, возможно, напишем металл, а не МТЛ, ну, потому что есть... МТЛ существует на Binance, это токен металл кошелька какого-то там. Металл валит, он на блоксе прям. Скажи, монету вы уже сделали? Монета уже... МТЛ нет. Нет. Мы пока ее не выпускали, потому что не до этого, это не самое важное. Мы пока этот ресурс как ингейм планировали делать.
А металл как токен нужен только будет для того, чтобы дать возможность, мы хотим сделать пул ликвидности на Alcor, на Alcor Exchange, там же появилась недавно возможность пулы ликвидности, вот эти свап делать, и да. мы хотим создать там пул ликвидности металл с ваксом, допустим, и ты просто можешь по любому, ну, по текущему курсу свапнуть металл на вакс, вакс на металл, то есть кому нужен металл, он придет и возьмет себе металла за вакс, кому нужен вакс, кто хочет продать металл, он будет там его просто обменивать на вакс. Я и помню. Получится такая саморегулируемая система, которая этот курс высчитывает сама. Да, ну тут главное, чтобы главное не столкнуться все-таки с так называемыми инвесторами, да, про которых мы уже сегодня... Которые помогли. Начнут все потом сливать, да. сливать, сливать, да. Которые купят хамстера и резко поймут, что им нужно хамстера отбить, а желательно не отбить, а сделать на хамстере X3, потому что, ну, да, как да. правило, разработчики — это очень обеспеченные люди, которые зарабатывают там тысячи и десятки тысяч долларов в месяц. Вот. Поэтому они, типа, если что, оплатят, не страшно. Ну, это так, в формате сарказма, в формате шутки, я сказал. Ну, понятно, да. В принципе, риск есть такой, да, но что... Поэтому... Что люди будут делать не то, что мы ожидаем, это, в принципе, ну, да, как, возможно. Смотри, они будут Но делать ровно есть... то, что мы ожидаем, вот, ты сам это прекрасно понимаешь, что они будут делать в случае появления пула ликвидности. Но дело хозяйское, как бы, вот. Ну, поэтому пул ликвидности не первоочередная задача, наверное. Абсолютно да, не первоочередная, все правильно. Она-то и нужна, но, в принципе, а зачем... кому-то продавать металл, если он постоянно нужен. Он нужен, кстати, даже для ремонта самого же хамстера. То есть ты добываешь конечно, за один конечно. Раз 100 металла, за 9, получается, рейдов удачных приблизительно будет, да, на один неудачный. То есть за 9 рейдов ты добудешь 900, а за один неудачный ты проиграешь, получается, 400. У тебя остается 500 всего. То есть ты по факту половину всей добычи тратишь на самообеспечение себя. То есть просто себя иногда чинить. Да. И вот эти 500 излишков, они нужны для того, чтобы чинить всякую другую армию. Вот эти, которые NFT добывают, да? Которые добывают NFT-осколки. А NFT-осколки нужны для дальнейшего производства юнитов. Потому что мы же хотим лимитированно паки продать, да? То есть мы хотим продать 1000 паков мини, ну, вот эти стартер, которые по одному юниту, и 1000 мега, и 300 хамстер-паков, все. И дальше самообеспечение игра уходит на самообеспечение. То есть новые юниты появляются за счет майнинга, за счет рейдов вот этих. То есть уже сами игроки производят шарды, потом эти шарды объединяют. Вот мы тут посчитали, что нужно 500 шардов. Как это было посчитано? Мы посчитали сначала доход, ну, как, да, неправильно называть доход, ну, то есть возможную скорость майнинга этих шардов. То есть мы посчитали, что каждый рейд занимает час, за сутки, в принципе, игрок среднестатистический, там, даже такой прям очень вовлеченный, может сделать там 10 рейдов, за 10 рейдов он получит... А, подожди. 9 шардов. 9 шардов и один раз проиграет там металл. То есть по факту с 90 на 10 шансы погибнуть и что-то заработать, да? То есть 90 шардов за 100 рейдов он привезет. Да. На 100 рейдов ему понадобится примерно 10 дней. То есть это за 10 дней. И при этом он еще должен 10 раз он поломается из 100 рейдов. По 450 металла. Это сейчас расчеты для Элефантера. У него 900 прочность, поэтому 450 стоит его ремонт полный. Это 4500 металла за 10 дней, по факту. Да? За 100 рейдов он истратит. За 10 дней плюс 90 шардов скорость добычи. Да? То есть у него прибавится 90 каких-то шардов. И убавится 4500 металла. При этом непонятно, где он его возьмет. Ну, тут опять же для социализации все да, построено. Понятно. То есть он вынужден где-то взять металл, значит, он должен подружиться с чуваком, у которого есть хамстер. Ну, либо себе купить хамстер. А так как цены там не очень, юнитов ограничено, да, и они стоят не очень-то и копейки, то есть... Придется как бы кому-то покупать Элефантера, кому-то, ну, то есть там пак, там, допустим, мегапак и получить каких-то 4 юнита, кому-то купить хамстер пак и получить хамстеров. Кто-то там может скинуться там на двоих
купить один хамстер-пак, да, там по одному-два хамстера у человека будет. То есть кто-то занимается чисто майнингом, кто-то занимается войной, защитой там майнеров в дальнейшем, когда появится PvP-арена. Чем еще интересно PvE-режим, что, в принципе, пока мы будем делать PvP, можно в этой PvE за два месяца как-то там что-то частично окупить, да, ну то есть либо размножить, да, и быть готовым для прихода Mass Adoption. Мы рассчитываем, что самый Mass Adoption как раз-таки придет, когда будет все веселье, когда у нас появится вот эта составляющая, чуть выше, вот эта составляющая, а не вот эта вот скучная, как у... Не будем называть, да, наверное, конкретные игры, да, у которых только вот это есть и больше ничего и нет, как бы, и даже особо пока и не предвидится. По 10 тысяч игроков в день. Да. Расскажи, пожалуйста, сколько нужно шардов для того, чтобы все-таки сделать какой-то юнит? Да, продолжим. То есть 90 шардов за 10 дней, за один день получается 9 шардов добычи, 450 металла убытка, да? Да. Потому что он же не добывает, он только расходует металл. Добывать он его не может. За месяц получается 270 шардов и 13,5 тысяч металла. Теперь для держателей карт командор, ранний командор, да, или как ранний полководец по-русски. Для держателей этой карточки золотой, да, я потом ее покажу еще раз, 20% скидка на ремонт военных юнитов. Ну, то есть, получается... Юниты, которые шарды добывают, они ремонтируются вот за металл тоже. И скидку на ихний ремонт ты получаешь, если у тебя есть карта Командор. Так же самое есть для держателей карт ранний майнер, у них скидка на ремонт майнера. То есть тоже, соответственно, там на самообеспечение надо поменьше будет металла тратить. Не половину всей добычи, да, там, а чуть подешевле. То есть не 400 будет ремонт стоить, а 320. Так. Дальше что у нас? Сколько нужно шардов? Получается у нас по расчетам за месяц приблизительно 270 шардов будет добыча одного, ну, скорость добычи одним юнитом. То есть один юнит может заработать 270 шардов за месяц. И здесь вот тоже это еще раз как бы продублировано, что да. Вот у нас, допустим, чтобы создать волка, нужно 500 шардов волка. Вот они так выглядят. А есть тут еще какая-то возможность собрать шарды, кроме как в рейдах? И... В PvE режиме только в рейдах, а в PvP режиме мы планируем добавить за убийство, короче, поощрять активность, да, военную. То есть, когда ты нападаешь на чужого юнита, убиваешь его, ну, то есть ты ему до нуля его дамажишь, до нуля хп, он телепортируется в главный город, то есть, ну, по факту в гараж, да, становится сломанным, его нужно чинить хозяину этого юнита, а ты, получается, здесь можешь подобрать артефакты, типа 3 осколка или 5, я не помню, сколько мы утвердили, либо 3, либо 5, я точно не помню. А осколки, 5, кажется, осколки 5, будут токенизироваться в NFT и торговаться на Atomic Hub? Будут токенизироваться в NFT по вот такому принципу. 100 шардов игровых в один NFT шард. Ну и получается, ты можешь такие пачки по 100 шардов продавать на Atomic Hub, обмениваться там, да, ну, какой-то продавать, какой-то покупать, и недостающие себе шарды. И потом, когда ты соберешь 5 таких NFT шард, ну, NFT упаковок, да, этих по 100 штук, получается по факту их, ну вот написано 500. 5 NFT шард, это 500 обычных, ну потому что чтобы создать один NFT шард, нужно 100 игровых вот этих FT. Да, понятно. А в игре можно будет между собой без Atomic Hub перекидываться? Пока не уверен. Если успеем это запилить. Но в планах, это же все в планах как бы код, есть. Да. Ну, в планах есть, да. В принципе, почему бы нет? Можем сделать, чтобы не через Atomic. Для каких-то там, знаешь, у кого там 30 шардов, он 100 пока накопит. То есть, ну, человеку немножко неудобно, да, их копить 100. А была бы возможность там как-то продать их. Хорошо, Артем, давай перейдем дальше, чуть-чуть ускоримся. Расскажи еще, как вы юзаете блокчейн, какие транзакции пишете, какие планируете писать в ближайшее время. То есть понятно, что в основном сейчас используете как метод создания продажи NFT, там верификации NFT и логина в игру. У нас уже есть на тестнет в Axie.
На блокчейне, на тестнет блокчейне Вакса у нас уже есть контракт залит. Mm-hmm. Мы там его пилим, тестим, пробуем. Mm-hmm. Так что как бы мы не только NFT уже создавали, у нас уже есть наработки. Есть экшены, да. Экшены на самом деле старенькие. Мы месяца полтора, наверное, ничего не писали в блокчейн, потому что занимались вот этими всеми организационными вопросами. Нанимали чувака на Unity, делали пресейл, там, который 8 марта, маркетинговый, там, да, вот этот. Потом еще один пресейл, первый и второй паков. То есть там, потом к нам обратились еще люди, блогеры вот эти англоязычные, там, доктор Юнани или Диэр Юнани, я не знаю, как правильно назвать. Ага, он написал о нас статью, я показывал, да? Но я сейчас уже не найду быстро ту статью. Скинешь 0X, потом. Да, просто потом скину. Он разыграл там 100 промокарт вот таких. Я выделил на это промокарты. Сейчас. А у меня, наверное, их в наличии ни одной нет, да, промокарты? Я понял, о чем ты, там, где танк. Там, где танк, гифка, да, там скунс, такой скунс, да. Так, подожди. Запутал. А, ну вот, в Эбби можно посмотреть, в принципе, немножко заглянуть, да, за занавес. То есть командер — это у нас, типа, игрок. У игрока будет там опыт, левел, металл, сколько на счету металла у него, да. Uh-huh. И лимит войск, это сколько он в PvE режиме может в рейд одновременно отправлять. Ну, чтобы там не было мега-инвесторов, которые там 500 танков купили и майнят все, что видят. Пусть покупают, как в игре про колобки, там дополнительные слоты, и все равно, наверное, лимитированные, там, не знаю, больше 15-16 слотов, я думаю, не будем продавать вообще. Так, Game Unit. Game Unit — это у нас получается, это схема, да, то есть кто хозяин юнита, то есть тоже name, и картинка, раритетность, и дублируются те же, то есть атака, броня, то есть все, что мы видим на Атомике, оно будет дублироваться по факту здесь, вместимость, да, то есть это все уже заложено, есть, оно даже, есть экшены, там, двигания в PvP режиме, там, юнита из координаты X, Y одной в другую. Сейчас, наверное, не продемонстрирую, я там недавно что-то сломал. В плане я там сломал просто скоуп, переименовал немножко, редактировал модельку юнита. И получается, там, если переименовываешь, то у тебя пропадает доступ к предыдущим всем данным, к юнитам. Mm-hmm. То есть тебе нужно сначала очистить всю таблицу, а потом поменять структуру таблицы этой, ну, структуру одного объекта этого, а потом только заново наполнять. То есть, поэтому есть сложность после запуска игры, тяжело что-то внедрить новое. Приходится как бы, ну, переливать, миграцию данных делать, то есть все не так просто уже. Монстры — это у нас будут возле источников ресурсов, мы планируем там монстров еще всяких добавить и так далее. Это у нас вот здесь, в принципе, видно. У нас, видишь, будут там, как мой дизайнер сказал, Иван, да, трилобиты, он их называет, вот этих трилобиты, вот этих скорпионы, а вот эта тунга, это у нас как песчаный червь в дюне, который прям может проглотить танк. Это у нас планируется по родмапу там где-то в декабре, я сейчас не буду дергать, да, лучше так покажу так вот тунгу. Mm-hmm. Ну, она тут размыта, тут сильно сжата картинка для интернета, вот эта большая. Там они в хорошем качестве, в принципе, есть. Я могу там потом скинуть их. Вот mm-hmm. этих, кстати, у меня нету. Они только у Ивана есть, это надо просить. А это у меня есть где-то на компе. Так. Вот эти юниты, они типа будут стоять вот в этом, в PvP-арене, в этой, в определенных местах. Допустим, будет источник железа, и где-то рядом с ним будет ползать такой тараканчик, скорпиончик, да, и будет тебя там жалить, то есть будет как-то атаковать, проявлять себя. То есть нужно будет сначала зачистить территорию от монстра, чтобы что-то добыть. Mm-hmm. Вот. В принципе, как мы собираемся стимулировать, да, людей уйти отсюда, где все с таким небольшим риском, и, в принципе, майнишь в плюс, и зачем тебе куда-то выезжать и какие-то действия вообще предпринимать, там, играть, монстров убивать, друг друга убивать, защищаться от кого-то. То есть мы планируем в этом режиме давать немножко больше заработок. Ну, то есть ты при активной игре ты сможешь больше ресурсов собрать там за 1-2 часа, собрать там, как здесь, там, часов за 6.
Ну и можно в автоматическом режиме просто делать, я бы так сказал, знаешь, автоматический режим вероятности чуть-чуть подкрутить в более неприятное для игрока. Ну, возможно, да. Ты имеешь в виду типа урезание, но скорее всего это не будет урезание, заранее предупреждаться. Там, да, конечно, как-то. Безусловно. То есть, если там пару адмапу, там, допустим, через 2 месяца будет там на 5% уменьшено, еще там или в месяц там по 5% уменьшается. То есть у людей будет время как бы перестроиться, что если им не нравится вот такая игра, то они могут, в принципе, ну, распродать свои вещи другим игрокам, которым эта игра нравится, и они планируют в нее играть дальше, да, в таком режиме. Ну, да. Ну, в принципе, она все равно должна оставаться профитной, и просто, может, там уже не будет там возможность за 2 месяца намайнить еще один такой же танк, который у тебя есть, да, ну, то есть удвоить там свою армию. А будет уже, допустим, здесь можно будет и за месяц, и, там, за 2 недели удвоить армию при хороших, благоприятных там каких-то условиях. То есть, если ты там командой играешь, если ты там активно играешь, там по 4 часа в день, допустим, то ты, может, и за пару недель там, да, отобьешь вложенное, грубо говоря. Но это все равно не инвест-проект, это я имею в виду, что при активным игрокам будет как бы легко, да, что-то заработать. Намного круче, чем тот, кто ради пассивного дохода вот здесь крутилку эту крутит, рейд жмет, майн жмет. Ну, то есть, это просто как бы не та игра, которую мы хотим создать, вот эта вот часть. Та игра, которую мы хотим создать, это вот это. А это у нас как бы больше, чтобы более плавно Чтобы начать и чтобы более плавно привлекать аудиторию, как бы, чтобы здесь уже была какая-то аудитория, потом мы им добавляем режим интересный. То есть тут уже больше по фану ты играешь, ну и плюс стимулировать надо, поэтому придется здесь чуть-чуть урезать плавно, с предупреждениями и так далее. То есть там, не знаю, может там по проценту в неделю, пусть оно плавно снижается, там шанс добычи, но... или там, не знаю. Или я думаю, разберетесь. Да. Комьюнити проголосует. Я думаю, мы будем советоваться, да, с комьюнити. Это не будет прям сюрпризом. Видишь, я даже сейчас это озвучил, то есть это как бы мне невыгодно это озвучивать на самом деле сейчас вот такое, да, то есть чуваки, мы вам потом все урежем, но нет, ну как бы по-любому тут игра придется в любом это случае, когда она на режиме альфы, разработчики берут на себя такую ответственность, в любом случае комьюнити должно понимать, что ну чудес не бывает, да, как бы, то есть как... ну да, оно не может из ниоткуда браться, да, то есть из ниоткуда просто экономика будет медленно умирать за счет того, что здесь ресурсы все добывают, новые юниты добывают. И как бы все. И интереса никакого нет, и новые люди не приходят, потому что вот в этот режим они пришли, например, заходят в этот режим, а там пусто, и что им там делать? Ну хорошо, они поехали, намайнили ресурсов, ну скучно. Никто не нападает на них, то есть не нужно отбиваться. Ну монстров каких-то убили, да, то есть ПВЕ, да. Ну хорошо, но все равно, если будет мало движухи, люди будут приходить, смотреть и уходить. А если здесь будет движуха, люди будут здесь оставаться, и аудитория будет постоянно расти, и это будет положительно влиять на экономику всей игры, в том числе и для тех, кто вот здесь иногда кликает там 3 раза в день, да, да. Сидит там, занимается своим. Самое главное — сообщество, мы же это все прекрасно понимаем. Хорошо, Артем, хотел тебя спросить следующий вопрос, достаточно быстро. Почему выбрали именно VAX? А по нескольким причинам. Мы не выбрали эфир по очевидным причинам, потому что там очень большие комиссии, а мы планируем почти все ончейн. Ну, то есть у нас передвигаются юниты ончейн. Я думаю, что у нас VAX, возможно, будет против вообще нашей игры. Почему? Ну, для них это, конечно, круто. Мы нагрузим хорошо их блокчейн. И, скорее всего, там, не знаю, текущая нагрузка блокчейна VAX там удвоится, наверное, после выхода нашего PvP или утроится. С учетом, что нам придется каждый вот этот move юнита, это экшен, каждая твоя там атака — это экшен, то есть ты не просто задаешь экшеном «атакуй», и он атакует автоматически там постоянно, да, то есть ты атакуй, ты должен потом там кулдаун, потом опять атакуй, или там кулдаун переехал, то есть тут нельзя тоже отправить сюда, отсюда, сюда, как в проспекторах там через полкарты мира там на 25 клеток
расстояние, ты отправляешь одним экшеном. В принципе, подходим к концу. Расскажи, пожалуйста, про ближайшее обновление, чем вы порадуете там в течение 1-2 недель ближайшего месяца. Это я бы сказал, это даже не обновление, а... Ну, ваши, скажем так, релизы. Да? Релиз. Но мы хотим полностью закончить вот эту часть. Вот этот PvE, да, режим. В течение месяца это будет уже готово. Войны в гараже, да. Да, мы хотим уложиться в месяц. Ну, мы не знаю, по родмапу через месяц уже должно быть. Ну, вот у нас есть еще 3 недели, да, апреля. До конца апреля еще время есть. Мы хотим, в принципе, там числа 20-25, чтобы это было. Ну, в принципе, самое первое, что нам необходимо сделать, это распаковку. Это хорошие новости, потому что говорит о том, что в тот момент, когда начнутся распаковки пакетов, значит, что у вас уже как бы там такая канва на ближайшие 3 месяца готова, и да. В общем-то игрушка сделала большой шаг вперед. Слушай, ну, хочу тебе сказать большое спасибо за разговор, реально, и мне помогло разобраться в вашей игре, мне понравилось то, что спасибо. Вы делаете. Вот, я думаю, что будет такая градообразующая вакс-игрушка, градообразующий вакс-проект, потому что сейчас, ну, да, на самом деле, ну, по таким сложным механикам немного игр есть на ваксе, я бы сказал, их практически нет, наверное. Ни одной, да, я не видел. Да, ну, если взять проспектор... Ближе всего проспекторы, да, но там нет войны, то есть это практически... часть механики оттуда как бы взаимствована. Ну, майнинг, да. Ну, кроме майнинга, да, ничего. Ну, и передвижение. Но, опять же, у них передвижение, я давно с ними общался тоже там, и в чате в ихнем, да, там был и играл в ихнюю игру. Многие спрашивали, дайте там какую-то войну. Они говорят, у нас игра не про войну, извините. Ну, как бы, ну, тут понятно, со своим уставом в чужой монастырь тоже не ходят, да. Поэтому у них чисто экономическая стратегия, а у нас получается экономическо-военная. Многие хотели экономическо-военную, но как бы проспекторы ее не хотят давать, да. Значит, раз ее никто не хочет давать, другой, ну, мы ждали, что может еще что-то появится там, кроме проспекторов, да, что-то похожее, но уже с войной дополнительно там. Этого не появилось, ну, пришлось делать самим, да, как я уже озвучивал. Хорошо, Артем, я тебя еще раз благодарю за разговор, за интервью. Я думаю, будет интересно посмотреть. Я обязательно еще раз пересмотрю все паки и закину все эти ссылки в своем канале, в наших сообществах, чтобы люди могли тоже присоединиться. Главное, чтобы они присоединились все в чат, в Телеграм, в Твиттер, следили, ждали. Могут не покупать сейчас паки, там, это не обязательно. Главное, чтобы они пришли, когда будет релиз, чтобы пришло много людей играть, чтобы было весело.